Мы рады вас приветствовать в нашей дружной семье Mix Models. Як ти пережила той момент, коли її не стало? Рак нікого не щадит. Запрошуєш командирів військових. Я работала стюардесою. Проєктів дійсно дуже багато. Творчості багато. Я думаю, що не більше 7 тисяч. Все це, мабуть, неможливо без великої команди. Моделі Плюс, я можу сказати, що ми їх беремо к себе в школу моделі. Твій найбільший успіх? Я сподіваюся тільки на краще. Чарівна блондинка, яка своєю усмішкою і шармом зачаровує усіх. Для неї краса – це не лише естетичне задоволення, для неї – це робота. Сьогодні в «Зексклюзиві», як завжди, ексклюзивний гість – засновниця модельної агенції Mix Models Олена Рудковська. Вітаю! Добрий день! Олена, на ти, на ви. Як зручно, тому що ми знайомі? Да, ми знайомі. Ну, знайомі, давайте, наверное, на Давай ти будемо. Хочу розпочати з самого початку, з навчання, коли ти ще навчалась на факультеті журналістики. Чому саме журналістика? Ну, в то время я училась в Кировоградском педагогическом институте. Это был именно факультет русского языка и литературы. Он был популярен в то время. Ну, на самом деле, я очень любила язык. Мне это еще привила моя учительница Алина Петровна в школе. И она мне все время говорила, это твоя судьба. Хотя я занималась музыкой, я собиралась поступать в музучилище. Поступала. Провалила экзамен, потому что судорога схватила руку на третьем произведении, да. Но я очень готовилась, теперь понимаю, не надо было так усердно. Вот. И я поняла, что, ну, наверное, тогда это шанс идти в педагогический институт. У нас была, ну, я не знаю, наверное, шикарная плеяда преподавателей. Это были профессоры, доктора наук. Жанна Павловна Соколовская, ну, я их могу очень долго перечислять, их очень много. И, конечно же, это были самые незабываемые годы, потому что я была очень активный студент, постоянно мы зависали, так сказать, в студправкоме. Тогда был Юра Белонюк, который всем этим руководил. Он вот нас мог так зажечь своей идеей. Мы постоянно в каких-то конкурсах принимали участие, выступали, ездили, обсуждали. Ну, в общем, для меня это самые лучшие годы, наверное, которые были. Вот. Тем не менее, журналистика и модельный бизнес, Mix Models. Как появилось в вашем жизни? Ну, если так сказать, да, если так сказать, я, ну, перепробовала очень много профессий, потому что я всю жизнь училась. Вот после института у нас появлялись всевозможные кружки, студии, и я посещала их очень много. Я была, училась актерскому мастерству. Я занималась на курсах экскурсоводов-переводчиков. Да, я, кстати, проработала 3 года, когда у нас строился ГАКОР вот в Долинской. Я выучила чешский язык и работала экскурсоводом-переводчиком чешских групп. Мы возили их по всей Украине. Вот, мне это очень нравилось. Я работала стюардессой, когда училась в институте. Ну, у меня папа, да, связан с небом, и я попросила для того, чтобы не ездить, кстати, на картошку в институте, потому что я очень уставала. Вот, и я 4 года, вот пока каникулы, я работала стюардессой, поэтому я, можно сказать, так облетала весь мир. Хотя потом очень тяжело мне было сесть в самолет, ну, как-то вот был такой период, когда я этого очень боялась. Ну, сейчас все нормально. Mix Models, как появился? Я 5 лет до появления Mix Models работала в другом модельном агентстве. Мне это очень нравилось. Я получала колоссальное удовольствие, потому что это творчество. Ну, судя по тому, что я рассказываю о себе, я творческий человек. Я даже вот там, подружкам своим придумывала всегда и конкурсы, какие-то там интересные викторины. И когда я начала работать в этом модельном агентстве,
как же это так лучше сказать? То есть в один момент я поняла, что вот я хочу идти дальше, хочу развиваться и делать то, что я хочу. Потому что для меня это важно именно было реализовать какие-то свои личные идеи, то, что мне очень хотелось. Я переживала, когда мы объявили о выпуске, и когда, вот я помню, открываются двери и заходят эти дети с этими улыбками. То есть я помню, что вот в первый раз тогда пришло около 45 человек, мы не ожидали, сидели, придумывали название, кстати, все вместе. Ну и вот я очень рада этому, я хочу сказать, потому что, наверное, я самый счастливый человек, потому что у меня есть эта семья. Я так начинаю всегда знакомство с новичками. Когда они стоят в зале, я захожу и говорю: «Здравствуйте, мы рады вас приветствовать в нашей дружной семье Mix Models». Скільки загалом зараз дітей, учнів навчається? Ну, они меняются, понятно, там постоянно количество. Ну, в среднем это около 140 человек. А що входить безпосередньо в процес навчання? Ну, у нас как в школе, да, у нас предметы, ну, главный предмет – это, конечно же, дефиле, сцен, движение, хореография, фитнес. Любимый предмет – это, конечно же, фотокласс, видеокласс. И у нас есть прекрасный предмет по стилю. И также это самый популярный у нас среди детей, потому что кроме того, что мы это учим на занятиях, мы еще потом идем в наши магазины, которых у нас предостаточно, и там они сдают практику еще. У нас там проходят практические задания, где они подбирают там себе стилистически уже там, например, там по карточкам дает им преподаватель задание, подобрать там спортивный стиль одежды, романтический, casual. Ну, то есть они уже там сами разбираются, мне только показывают результат. Трішечки відійду від школи, а от ти на початку сказала, що займалася акторською майстерністю в такий період. А навіщо? Ну, нравилось мне это очень, потому что сразу скажу, что после института я работала преподавателем в школе-интернат. Я преподавала в 14-м училище, и у меня был такой... А что выкладала? Русский язык и литература, да. И когда после института я оказалась в селе, ну, потому что вот тогда это было время, когда нужно было обязательно отработать, только если ты там беременная, замужем, тогда ты остаешься в городе. Ну, я решила поехать посмотреть, что это такое. И я оказалась в Губовке, это родина Демьяна Бедного. В школе я увидела, ну, для меня это было немножко как-то странно, потому что, ну, вот то, что я привыкла видеть в городе, там это все ограничивалось. Пришли на урок, ушли, потом у них там яблоки, куда-то там нужно было ходить собирать, что-то делать. Вот, и дети вечером просто не знали, чем заниматься. И я сразу предложила: давайте я буду вас вести танцы, потому что я танцевала. Давайте я там буду вас вести какие-то еще кружки. И начали вот как раз с актерского мастерства. И когда я видела, как это можно воплощать, мы там искали какие-то методы, приемы новые. Ну, я получала колоссальное удовольствие от этого, вот честно. И потом... Кстати, я когда училась на курсах экскурсоводов, я в память о том, что вот я провела там полгода, я потом все-таки уехала, потому что не могла, ну, тяжело мне там было, не с детьми, преподавать мне очень нравилось, это были все мои самые большие друзья, в старших классах работала. Но мне это было... Ну, вот знаете, когда человек приезжает из города, там нужно было топить печку, там нужно было делать еще какие-то там, я не помню, такие работы. Ну, в общем, мне было это тяжело. Я не могла, как вот правильно подобрать слова. Много времени на это уходило. Я хотела готовиться, я хотела что-то давать, потому что они ко мне постоянно приходили, что-то спрашивали, мы что-то там делали. Помню, какие-то мы еще там придумывали даже сами декорации для того, чтобы все это показывать. Ну, им очень нравилось. До сих пор некоторые мне пишут. Вернемось до школы. Выпускный будет у вас, чи був вже? Ну, у нас всегда выпускной проходит в такой интересной обстановке. Мы всегда это делаем в виде шоу, когда все дети показывают то, чему они научились. То есть у нас предмет дефиле,
Они выходят, показывают, каждая группа, у нас 5 возрастных групп. Вот. И по каждому предмету родители видят как открытый урок, то есть чему дети научились. Ну, в связи с карантином он внес, конечно же, свои изменения в нашу работу. Мы решили немножко по-другому. То есть мы решили, это даже не выпускной, а так называемый наш последний звонок, провести в лесу. Сейчас есть такая возможность. Туристическое агентство Skyfall разработало нам очень интересный такой вариант проведения. Мы поедем на лесоквест. У нас будут приключения, поиски кладов. Да, поиски кладов там будут у нас. У нас будет лесная каша. Ну, в общем, мы будем... Знайшли вихід. Нашли выход, да. А яким чином будете... нових учнів приймати. Знаешь, Валь, вот я все время вот боялась, вот следующий учебный год, что делать? Ну, столько звонков, вот я как бы, ну, я раньше, вот я себе там план писала, сделать флаеры, отправить преподавателей туда, отправить преподавателей туда. Сейчас, ну, у нас просто не резиновые залы, и я прекрасно понимаю, то есть понятно, что мы будем давать какую-то рекламу, вот, очень много звонков уже сейчас, вот, у нас есть сайт, туда пишут, то есть есть страницы в соцсетях, поэтому, наверное, таким образом будем это делать. Олен, а какие зараз от основні вимоги до моделей? Ну, мир меняется. Наш, конечно же, понятно, что требования 90-60-90, они важны прежде всего для тех моделей, которые строят свою карьеру и хотят побывать за границей, потому что там это очень серьезно. Вплоть до того, что все параметры прописываются в контракте. И у меня были такие случаи, когда девушка, например, во время работы за границей набирала там лишний килограмм или лишний сантиметр на талии. Первый раз это было предупреждение, а второй раз там уже это наказывается деньгами. Вот, то есть это штраф. Поэтому для заграницы это... То есть если девушка настроена на профессиональную работу, то это действительно очень важно. Это и бедра до 90, и рост от 1,72 м. Ну, там тоже есть свои границы. Если Европа, то это от 1,75 м. А если Азия, там уже, конечно, берут и поменьше рост. Но... Как правило, всегда есть исключения. У нас такие исключения есть. Девочки, у которых рост 1,70 м, они прекрасно зарекомендовали себя в модельных агентствах Японии, Южной Кореи и прекрасно там работают. А працюєте з моделями плюс? Сайз? Знаешь, вот, Валь, модели плюс – я могу сказать, что мы их берем к себе в школу моделей, потому что у меня нет ограничений, когда там звонят, ой, у меня там бедра 96, у меня там рост 1,58 м. То есть мы их берем, потому что у нас школа моделей и эстетического воспитания. То есть наши предметы, наши поездки, все, куда мы с ними ездим, не обязательно, что они станут профессиональными моделями. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки мир сейчас меняется, и наверное, все-таки наступит то время, когда дизайнеры, не знаю, фотографы обратят внимание и на людей другого плана. То есть у которых будет не такой высокий рост, к которому мы привыкли, ну и не такие объемы, которые там сейчас вот массово у нас фотографируют. А где зараз модели больше? В знімальних процессах, в рекламах, чи навпаки в моде? Ну, если... Такой вопрос. Я думаю, что все-таки во время показов их намного больше, когда они демонстрируют одежду на всевозможных фэшн-шоу. Вот так вот. А если взять съемки, ну тоже, у нас же съемки какие хотите, вот, пожалуйста, написал фотограф, требуется модель, и идут все, а модель же это уже смотришь только по профессиональным качествам. А вот какие средние заработок у моделей? О, это вообще, Валь, такой вопрос, смотря где, опять-таки. Если взять в крупных городах, он будет... Я маю на увазі, дивлячись на твоих вихованців. Средний заработок
Украина или за границей? Украина. А, если взять Украину, ну, я думаю, что не больше 7 тысяч, и то, если востребована она, потому что некоторые 20 могут заработать. Потому что если один час съемки для дизайнера стоит в среднем от 150 до 500 гривен, которую может получить модель, вот, то это все зависит от того, какая коллекция. Может быть, и за 2 дня она может заработать там эти 7 тысяч. Ну, как правило, это бывает очень редко. Княгиня Кіровоградщини, України, студміс, міс-принцеса і не тільки. Ці проєкти особисто ти організовувала, вірно? Який проєкт був найефектнішим, найуспішнішим? Саме для тебе, як для організатора, і для твоїх вихованців, учнів? Ну, ко всім проєктам ми готуємося завжди дуже основательно. Я дуже люблю те, що ми робимо. Но для мене лично, тому що, ну, їх було дійсно дуже багато, це проєкт New Fashion Model. New Fashion Model, я решила, что все-таки нужно показать не только, потому что конкурсов красоты много, и те, которые ты называла, мы являемся региональными представителями. То есть есть всеукраинский конкурс, а мы уже как по регионам отбираем победительницу. Ну и, соответственно, готовим вот такую шоу-программу. New Fashion Model – это был конкурс абсолютно новый, мы очень переживали. И там мы хотели именно показать наших учеников на подиуме, как они работают, что они делают. И в рамках этого конкурса, вот то, что было самое интересное, я решила разнообразить. То есть, ну, есть конкурсы талантов, да, мы решили пойти немножко другим путем, и мы придумали косплей-пати. У всех есть любимые там герои и компьютерных игр, и фэнтези, и мультфильмы. И когда мы объявили по группе, кстати, тогда в этом конкурсе у нас участвовало 70 человек. И когда они нам стали, мы говорим, пожалуйста, покажите, что вы будете, мы должны это увидеть. И когда они пришли со своими идеями, показали костюмы, показали то, что они будут делать на сцене, потому что его же нужно было еще презентовать этот образ. В общем, ну, я вот вспоминаю, у нас было 3 Малефисенты, у нас было... Це в провокаторі, так? Да. То есть ми сделали конкурс з 2 етапів. Я пам'ятаю, да. Згадала. Я в да. Журі тоді була. Да. То есть в провокаторі у нас так. Був косплей-паті, а вже на сцені, де ж це було? В театрі, по-моєму, или філармонія, не помню, був фінал. Там, где были действительно вот лучшие. Поэтому, насколько это было интересно, мы получили море удовольствия. Ну, я вообще, я была просто... У меня одни в восторге. Це вперше було таке, да, костюмоване, і діти, і дорослі. Да, да. Хто чим захоплюється. Да, і якщо вот ти була в журі, ти бачила, як вони це робили, як у них горіли очі. Ну, не знаю. Тобто вот конкурси красоти виходять, показують. Вот вони це роблять як робота. Ну, на цьому конкурсі вот дійсно їм так цього хотілося, щоб вони себе проявили іменно як моделі. Як в цьому році розраховуєш? А, в этом году я надеюсь только на лучшее. Только на лучшее. Мы надеемся, что осенью все-таки залы и филармонии театра откроются, и мы обязательно покажем наши проекты. У нас и юбилейный конкурс дизайнеров. Дизайнеры звонят, спрашивают, коллекции ждут, идеи. Поэтому мы очень на это надеемся. Хотя во время карантина, конечно, было очень сложно. Мы как можно, вот, ну, мы старались поддерживать детей, придумывали там занятия онлайн. Ну, все равно, ну как можно делать дефиле по интернету? Это не то. То есть мы придумывали челленджи, которые вот могут как-то нас объединять. Это вот к Дню матери мы сделали очень трогательный такой челлендж «Мама, я тебя люблю», когда дети говорили свои слова любви своей мамам. Челлендж «Дню семьи». «Семья для меня это». И когда вот мы слышали то, что они говорили о своей семье, они присылали фотографии и писали просто, что для них семья. Это также было очень волнующе. Ну и много другого такого, что вот мы там уже внутренне в группах делаем для них. 16-річна кропивничанка Діана Колєснікова підписала контракт із японською модельною агенцією «Космополітен». Дівчина стала обличчям навіть американського журналу. Да. Кого ще з випускників Mix Models можеш відмітити? Так,
Их, конечно, много. Ну, я могу... Стран тоже было много. Я могу просто сказать, что самая вот для меня такая запоминающаяся девочка – это Настя Ярыш, потому что я ее, скажем, увидела на детской площадке дендропарка, подошла и пригласила к нам в агентство. И Настя, конечно же, потом произвела фурор, наша красивая блондинка. Она у меня на многих вот заставках стоит. Она в 14 лет полетела в Южную Корею. Это был ее первый контракт. Вроде. Да, в 14 лет. Вот. Она снималась для рекламы Фила, для рекламы Чупа-Чупс. Ну, в общем, удивительная девочка. Кроме Насти, конечно же, это и Кристина Колесникова, которая сейчас работает, знаете, да, в редакции «Первой городской газеты», пишет свой блог у нее. Вот она недавно вернулась из Индии, где она застряла вот как раз во время карантина. Это также Настя Лукаш, которая вернулась из Таиланда, тоже, кстати, полетела туда в 15 лет. Это Катя Быкова, которая у нас преподавала. Настя Адаменко, которая тоже побывала очень во многих странах. Дианочка Амельченко, которая... Ну, стран много, просто я так думаю, что это не хватит передачи. Я знаю, що на майже на всі свої конкурси ти також запрошуєш командирів військових, да. Військові командири. Чому саме такий крок? Тобто ти хочеш свої проекти ще й соціалізувати, окрім того, що діти так приймають участь, ще такий от соціальний аспект. В чем это заключается? Потому что кроме наших воинов мы приглашаем еще детей-инвалидов. Это всегда. И в военную часть мы всегда приходим, предлагаем, приглашаем с огромным удовольствием, потому что вот эти суровые будни, которые у ребят, я могу с такой же уверенностью сказать и о детях-инвалидах, потому что это очень тяжело, и когда вот мы приглашаем, что ребят военных, что этих деток, я потом, когда мы выходим в фойе, я слышу слова, то есть, понимаете, увидеть вот эту красоту, это как уйти от этой, ну, я не знаю, обыденности, серости, что-то, вот, которая все-таки есть в нашей жизни, и они получают, как они нам говорят, колоссальное удовольствие. Є такі чутки, що в багатьох моделей дуже багато комплексів. Чи погоджуєшся ти з цим? І якщо так, як ви намагаєтесь дівчат, можна сказати, привести до ладу морально? Ну, я, может быть, не совсем соглашусь, что у них много комплексов, ну, или есть эти комплексы, потому что, когда они к нам приходят, некоторых приводят мамы именно поэтому. Говорят, вот она у нас там застенчивая, она там то не хочет, она боится. Ну, я хочу сказать сразу, что эти комплексы у нас проходят после первого урока, после первого фотокласса, потому что у нас есть в конце урока дефиле, фишка дефиле по одному. И вот когда они выходят на середину зала и идут, на них все смотрят, и после этого они получают поддержку преподавателя, может быть, это и не совсем хорошо было сделано, ну, не знаю, у нас вот такого нет. Единственное, что мы, конечно, со звездной болезнью потом... Навіть таке буває. Иногда бывает. Приходится приземляти, так? Ну, я... Не так часто мы это делаем, но если вдруг где-то это начинает проявляться... Я просто говорю, звезд у нас нет, вы все звезды. Ну, немножко тогда это... Мода без кордонів. Розкажи про цей проект. Это также один из самых любимых проектов моих, потому что, когда это начиналось, в 2014 году ко мне обратились дизайнеры наши кировоградские, говорят, Лен, слушай, нашили, висит, давай где-то это покажем, дай нам своих девчонок, пойдем в какое-то кафе. После этого у меня среди моих знакомых очень много творческих личностей, которые что-то там делали, там та печет что-то необыкновенное. Потом в Украине я дала такую небольшую рекламу, говорю, давайте посмотрим, вдруг откликнутся. И началось. Одни, вторые. Если, Валя, ты была у меня на проектах, вот именно «Мода без границ», у меня один раз выступление длилось 5 часов. Мы потом, конечно, это прекратили. Да, было 30 показов.
Вот, потому что мы с Юлей Тодосевой... Мода без часу. Да. И мы с Юлей Тодосевой просто решили сделать такую коллаборацию. То есть у нас все. У нас показ, у нас актерское мастерство, у нас театрализованные какие-то элементы. Ну, нам это очень нравится. И дизайнерам, кстати, они говорят, у вас совсем новый подход. И вы раскрываете нашу коллекцию так... Они все-таки говорят, что они в нее вложили. Ну и, соответственно, хореограф-постановщик все это пытается сделать именно в показі, на подіумі, на сцені. Проєктів дійсно дуже багато. Творчості багато. Все це, мабуть, неможливо без великої команди, яка тобі допомагає. Звісно, звісно. Хто це? Хто ці люди? І чим саме вони займаються? Ну, преподавателей у нас много, но если сказать о том, вот без чего бы я не представила и без кого Mixed Models, это, конечно же, Ярослава Чернуха, наш преподаватель дефиле бессменный, это Ира Лисовая, ну, я имею в виду, вот с первых дней, которая преподает стиль. Это наши фотографы Вика Мазур и Сергей Пакидов, потому что вот с первых дней вот все наши проекты, они и в крупнейших журналах мировых, зарубежных, и у нас на страницах можно видеть какие-то шикарные работы. Ну, хореограф-постановщик Юля Тодосева – это вообще отдельная тема, потому что я знаю… Привет! Да, потому что ее постановки, вот как раз вот этот креатив, благодаря этому мы… Всегда занимаем только первые места, только гран-при. Взагалі така творча особистість. Да, и всегда отмечает именно идейный смысл, потому что люди понимают, о чем мы говорим на сцене. И когда вот мы были в Болгарии, Амадор Лопес подошел, говорит, слушайте, как это круто оказывается, что обычный, ну, обычная школа моделей может... так это показать, потому что вот у нас есть постановка, которую мы, не знаю уже сколько раз мы с ней занимали призовые места, вот именно гран-при, это «Квитка життя». И вот где мы показали вот это вот и злые силы, которые уничтожают природу, и люди все это понимают, они говорят, у нас мурашки по телу. То есть настолько вот Юля всегда подходит к тому, что вот мы делаем именно на этих проектах. Психолог у нас Настя Полонская, которая также вот может найти вот какие-то ключики к нашим детям, говорит, они после урока остаются, родители ждут. Что такое? Они с психологом, и вот они там остаются после урока, делятся какими-то секретами. Я считаю, что у нас прекрасная психологическая обстановка. Также администратор у нас Ксения Триченко, которая у нас еще и фитнес преподает сейчас. Вот, потому что модели, да, потому что модели всегда должны быть, конечно же. Ну и девочки наши модели, которые в старших группах преподают позирование, преподают дефиле, именно уже они там смотрят показы, делают какие-то тоже интересные постановки, изучают какие-то новые типы дефиле. Ну, то есть мы стараемся всегда им немножечко вот делать разнообразие. У нас еще и творческая лаборатория работает с той же Юлией Тодосевой, когда мы перед праздниками... А что за лаборатория? Перед праздниками, какими-то там День Святого Валентина, 8 марта, мы хотим, чтобы дети делали своим родителям что-то приятное. А накануне наших каких-то больших мероприятий мы еще в этой творческой лаборатории, вот Юля, так мы себя тоже немножечко помогаем себе, делаем декорации для наших выступлений, делаем какие-то элементы для костюмов. И вот два в одном. И костюм, и дети поработали, и их труд задействован. Олен, які ще горизонти от нескорені? Чого ще хочеться? Які проєкти реалізувати, можливо? Щось новенького? Ну, в голові, на самом деле, очень много чего хотелось бы. Ну, есть один проект, который я обязательно сделаю. Это проект, который будет посвящен мамам. Это будет обязательно. И другие проекты... К сожалению, в нашем городе вот по технической базе это невозможно, потому что они есть у нас в голове, вот мы с Юлей это долго обсуждали, но технически пока, даже вот на нашем 5-летнем юбилее мы столько хотели, вот режиссер, кстати, нашего юбилейного шоу Юля Крунич была такая же идейная творческая девочка, и мы пытались вот такое что-то сделать необычное для нашего города, мы что-то смогли, но что-то технически нам не хватило, к сожалению. Я знаю, що в дитинстві ти мріяла стати балериною. Це правда?
Да, правда. Я очень хотела быть балериной. Я смотрела все передачи о балете, балеты смотрела по телевизору, как, ну, то, что показывали в то время. Пыталась становиться на носки вместо пуантов, потому что, понятно, их не было. Но, к сожалению, в то время у нас в городе не было ни одной балетной студии, ни одной танцевальной школы, в которых бы учили становиться на пуанты. Но я сейчас вышла из ситуации. Я в двух хореографических коллективах преподаю историю хореографического искусства, где очень много тем посвящено балету. Я у них преподаю и актерское мастерство. Это хореографический образцовый коллектив «Анюта» и образцовый хореографический коллектив «Метелица». Поэтому я с огромным удовольствием рассказываю о балетах, о великих наших балеринах прославленных и получаю от этого колоссальное удовольствие. Теперь только видео, фотоальбомы, теперь только я, отражение тебя. А я не забыла, ни капельки помню. До самого неба ти мама всегда. Не можу не запитати про твою маму, яка, на жаль, вже пішла з життя. Якою вона була жінкою? Мама. Ну, мами... Мама – це сильна жінка. Це... То, что я хочу сказать сейчас. Для меня это человек, который... То, как она боролась со своей болезнью, я не знаю. Я просто не знаю таких людей, которые бы могли... Ну, хотя я знаю, они есть. Но то, как она боролась, как мы рядом с ней учились, как нужно быть сильными, это, конечно, дорогого стоит. Мама очень много шила. Мы приехали сюда из Кривого Рога. Она работала в школе высшей летной подготовки тогда еще. Мы жили. Вы сами из Кривого Рога? Я там родилась. Ну, я родилась, и мы переехали сюда, потому что папа закончил Криворожское летное училище, получил сюда распределение. Вот. Ну, и мы оказались в Кировограде, тогда он так назывался, этот город, и жили в авиагородке. Поэтому мама шила, кроме того, что она работала. Она работала в АТБ, в авиационно-технической базе. Ну, а вечерами она шила. К ней приходили какие-то важные тети, вот то, что я помню из детства, соседи. Постоянно она придумывала какие-то фасоны. Ну, и в дальнейшем я очень рада, то, что ее душа, вот ее творчество, оно осталось во множестве, ну, во многих костюмах, которые вот сейчас в ансамбле «Метелица», это практически все костюмы, пошиты моей мамой, у Натальи Долгополовой, также для имиджа мама шила. Когда моя дочь занималась Викторией, костюмы для Виктории мама шила, поэтому мне очень приятно, что ее память и частичка души осталась. Як ти пережила той момент, коли її не стало? Ну, на самом деле, я вообще это плохо помню, этот момент, потому что я понимала, что это будет, что это будет. Рак никого не щадит, но переживала, уезжала на природу. Меня муж увозил на природу практически каждый день. Змінювати картинку просто, переключатись. Да. Коли ти відчула, скажімо так, новий подих? Коли стало легше трішки? А ми уїхали в Італію. Ми уїхали в Італію з дітьми на фестиваль. І коли вот це величие Рима. Ми жили возле собора Святого Петра. І якраз нам достався номер з огромною верандою, куди ми виходили. І передо мною вот этот був купол Святого Петра. І я просто, вот знаєте, сиділа на этой веранді, смотрела. Ну, какое-то все-таки принятие, наверное, пришло того, что произошло. Потому что до этого это были слезы каждый день. Ну, вот я помню, что вот природа, слезы. Вот так это было. Ну, я бачу, це болюча тема для тебе. Очень. Я підготувала це запитання і вже задам, аби завершити логічно цей блок. Зрозуміло, є такий вираз, що всі ми діти так, коли в нас є батьки. Як ти зараз себе відчуваєш? Сейчас, ну, я не могу сказать, что я себя ощущаю, наверное, человеком, который просто повзрослел. Просто повзрослел. Ну, и на мне сейчас какие-то есть такие обязанности, какие-то традиции, которые были у моей мамы, потому что у меня есть сестра, я старшая сестра.
И я себя ловлю на мысли, что я вот хочу там на то же Рождество сделать так, как делала мама. Я хочу там на какой-то вот праздник наш общий семейный сделать так, как делала мама. Ну вот, наверное, повзрослела и взяла на себя какие-то такие вот... А яким батько був? Ой, папа у меня вообще любимец всех моих друзей, подруг. Он был очень добрый, очень щедрый человек, всех любил. Собаки постоянно, он их там всех называл какими-то именами, дружил со всеми, находил со всеми общий язык и всегда хотел, чтобы я училась. Вот чтобы у нас, какие бы курсы у нас не открывались в городе, папа всегда мне говорил, иди учись, я тебе даю деньги, вот первые курсы компьютерные, иди учись, вождение, иди учись. То есть вот, ну, он всегда хотел, чтобы мы учились. И говорит, ну вот книги всегда какие-то там в то время, вот знаете, вот эти целые там библиотеки, он все время это приносил, говорил, это вам, читайте, читайте, читайте. Гарні спогади, так, із дитинства. Очень, очень. Я, ну, я щаслива, ну, говорят, там, родители не выбирают. Я вот слышу, да, там, пишут мои там тоже модели в Инстаграме, там, какие-то там фразы умные. Я считаю, что, ну, мои родители, вот я бы других не хотела. У меня просто был такой случай, когда девочка просто говорит, я не хочу своей маме сейчас говорить слова. Это не то время. Ну, не знаю, для меня мої родители – это лучшие люди на земле. Твоя улюблена книга «Маленький принц». Так, звісно. Антуан де Сент-Екзюпері. Чому саме ця повість? Потому что вот когда эту книгу читаешь в разные периоды своей жизни, там совсем по-другому осмысливаешь многие цитаты. Просто вот поэтому. А часто перечитуешь? Сейчас нет, но, наверное, в сложные периоды жизни я перечитываю. Прямо некоторые страницы открываю, но у меня там на полке есть, и у меня там даже, знаете, закладки такие вот присутствуют. Ты заміжня, маєш доньку. Чим вона захоплюється? Модель? Нет, Маша моя не модель. С самого детства она у меня, конечно, прожила в Дюце. Я очень благодарна Дюцу, потому что она у меня пела, танцевала в Росинке, рисовала в Сонешнике. Я, конечно, хотела, чтобы она танцевала. Ну, в один прекрасный момент, это было 13 лет, она у меня еще вегетарианка, она вот в 13 лет пришла и сказала, мама, я буду вегетарианкой, и я ухожу из Росинки. Ну, это был шок, сразу хочу сказать. Ну, она говорит, я хочу рисовать. И на сегодняшний момент я понимаю, как важно слушать своих детей, давать им вот такой вот шанс находить себя. Потому что она сейчас учится в Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Она художник-иллюстратор. Она работает на крупном международном новостном сайте художником-иллюстратором. Ну, то есть фишка сайта в том, что новости политические, там, ну, любые другие новости, они не публикуют фотографии, они их прорисовывают. И вот Маша как раз этим и занимается. Вот. Кроме того, она очень много рисует в свободное время, она принимает участие в различных конкурсах, опять-таки на заграничных сайтах. Ну и в копилке у нее очень много побед на этих конкурсах. И даже есть оформление учебника для американских полицейских. Нічого. Да. Вот. Олен, дивлячись на своє життя, яку б найголовнішу пораду ти їй дала своїй доньці? Вірити в себе. Верить в себя и, самое главное, всегда оставаться собой. Вот с собой. Это важно. А яке твоє подружнє життя? Який чоловік? Чим займається? Що любить? Що ви любите разом робити? Ой, такой вопрос. Ну, на самом деле, в следующем году у нас будет 30 лет совместной жизни. Я очень люблю своего мужа, потому что это человек, ну, не знаю, железным терпением, потому что я на всех мероприятиях ему говорю спасибо, потому что выдержать то, что у меня происходит перед конкурсами, я не знаю, ну какой мужчина это выдержит. Он железным терпением. Это очень добрый, заботливый человек. Он очень честный. И самое главное, он замечательный отец. Я таких любящих отцов, конечно, это иногда перебарщивается, но такой, как он, наверное... Он очень любит рыбалку. Я езжу с ним всегда.
Он очень любит делать мне приятно. И вот иногда он просто говорит, а поехали куда-нибудь. И мы вот едем, мы не знаем, куда мы едем. Мы просто едем, он говорит, мы едем путешествовать. Я говорю, боже, куда мы заехали? Грязь. Мы выталкиваем эту машину. Он говорит, ну мы же путешествуем. И мне это безумно нравится. Я очень благодарна, что он со мной все эти годы. И у нас... Он, ну, мы разные, понятное дело. Он у меня технарь, он электронщик, он сейчас занялся программированием. Он часто вот раньше уезжал в Италию, потому что он работает на фирме «Украина-центр», он возит людей в Италию. Вот. Сейчас, конечно, во время карантина он увлекся программированием, но все равно это не мешает. Вот любая свободная минута, вот он едет с работы, ну что, на природу, я быстро одеваюсь, и мы вместе куда-то отправляємося. Поэтому замечательный муж, я его очень люблю. Лено, зрозуміло, що в будь-якої людини є помилки у житті. Найголовніше їх визнавати, так, і, мабуть, просити пробачення. Чи є людина, в якої б ти зараз хотіла попросити вибачення? Я не знаю, наверное, только у своих родителей за то, что, может быть, не сделала что-то для них. Я их хотела отвезти обязательно в Италию. Я хотела, чтобы они увидели что-то такое, что я вижу сейчас со своими детьми. Может быть, за это. Твой наибольший успех в чем? Я все время, когда говорят об успехе, я считаю, что ну, для меня это, конечно же, школа моделей Mix Models. Но даже вот однозначно так бы я не говорила, потому что, мне кажется, если я скажу, что это все мой успех, то я на этом остановлюсь, а я хочу дальше развиваться. Блиц. Готова? Соберусь. Сейчас вопросы пойду. Хорошо, готова. Три головні умови успішної моделі. Угу. Дисциплина. Это первое. Верить в себя. Ну і професіональне портфоліо. Без цього нікуди. Найуспішніша модель в Україні? Одна? Так. Для мене їх три. Можна три? Ну, так, ну, це Алла Костромічова, Сніжана Анупка і наша, звісно ж, землячка Аліна Байкова. Твоє кредо у житті? То, що я дочері хочу ставити бути собою. Вот це важливо. Чи подобається людина та, якою ти стала зараз? Так. Да. А чому? Потому что я себя ощущаю счастливым человеком, это прежде всего, и получаю от этого колоссальное удовольствие. С чего складывается твой плейлист? Ну, то, что касается музыки, я не хочу сейчас все это называть. Я скажу одно, что у меня все под настроение. Когда я готовлю какие-то проекты, это одна музыка. Когда мы едем на природу, в машине, это абсолютно другая. Вот, когда, например, что-то такое вот хочется какого-то настроения хорошего, у меня прям там в телефоне так поделено на папочки, то я слушаю даже ну, классическую музыку, но тоже определенных композиторов. Найголовніший страх? Ну, потеря близких, конечно. Що часто переглядаєш в Інстаграмі? Які аккаунти? Чаще всего сейчас, вот, наверное, мне очень нравится аккаунт Маши Ефросининой и Оксаны Байрак почему-то. Все, ну, у меня просто на это и времени нет, но как-то чаще получается, что я туда заглядываю, потому что та же Оксана Байрак пишет удивительные вещи. Ну и, конечно, просматриваю аккаунты моих моделей. Ты сказала, что ты счастлива от того, что ты зараз маешь. Что ты маешь? Я имею жизнь. Это самое главное, которое помогает мне делать то, что происходит у меня. Лен, я дуже вдячна, що ти завітала. Бажаю всього найкращого, аби твоя посмішка завжди нас тільки радувала і сяяла. Спасибо огромное. Дякую. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.